Всем привет! Ромку 2 года уже никто не видел. Решили видюху скинуть. Ром, расскажи-ка о себе. 2 года тебя народ не видел. Как самочувствие, как дела? Да что вам могу рассказать? Самочувствие, конечно, улучшается по чуть-чуть. Все медленно, но улучшение есть. Ладно, не напрягайся. Скажи, как у тебя вообще состояние после реабилитации? По сравнению 2 года, как у тебя прошло уже. Ну, состояние, как первый раз попал через год, я, наверное, на реабилитацию. Состояние, конечно, улучшилось. Стал чувствовать руки по чуть-чуть. Там попу, колено, левая сторона стала лучше намного чувствовать. Ну, общее состояние намного лучше. То постоянно до года, считай, была температура. Постоянно под 40 лупила. Сейчас, короче, более-менее не жалуюсь. А спала сейчас температура вообще? Температура сейчас спала. Ну, бывает, конечно, прибаливаешь, но в общем нормально. Скажи, как сейчас люди помогать стали? Да, сейчас вот выставили ВКонтакте, мы в Одноклассниках, карту свою написал я с мамой вместе. Вот люди, спасибо им огромное, всем, кто помогает, поддерживает, приходит в гости ко мне. Всем огромное спасибо, всем большой респект. Да, еще кто... очень большую помощь оказываете. Еще кто смотрит, если видели, там телепередача была, там отрезок. Неправильно данные указали мамы, так что не удивляйтесь, потому что... А, снимал телеканал «Такт» и указали Светлана Рябухина, то, что я там нахожусь в Золотухино, это все просто ошибка. Так что на это не обращайте внимания. Ну, расскажи вообще, чтобы люди понимали, сколько денег стоит лечение. Ну, лечение стоит, конечно, все очень дорого, сейчас бесплатного всего мало. Сейчас даже ездим каждые 3 месяца на реабилитацию, вроде бы по ОМС, но все равно уходит 30-40 тысяч минимум улетает. Занятия сократились, и все платные занятия стали в основном. Раньше давали, когда первый раз я ездил, то вот год назад, давали там по 14 дней, по 10 занятий давали, остальные доплачивали. А сейчас занятия дают, допустим, 14, и уже там 4-3 занятия бесплатных, остальные все платишь. Ну, то есть, коррупция везде, блин, все навариваются на больных, на таких больных, как мы, блин. Сейчас время такое. Что теперь сделаешь? Так что, вот, конечно, ваша помощь мне необходима. Не то, чтобы я, конечно, жалуюсь там, но... Сколько сутки стоит? Сутки стоят 7 тысяч проживания вот, вместе с мамой, с ухаживающей, ну, как мама ухаживающая, моя ездит со мной. Сутки 7 тысяч проживания стоит, как бы вот за сутки. Как бы хорошо, просто люди, чтобы знали, не удивлялись, почему так денег надо. Расскажи о своих условиях. Как у тебя, ну, коляска, кровать, что вообще вот? Ну... Какие проблемы у тебя вот? Коляску мы купили, конечно, такую нам, ну, обычная коляска, там она стоит у меня в комнате, такая дешевая. Конечно, коляска нужна такая, когда руки не работают, не знаю, такая бородой управляется коляска, но она дорогая, не знаю, сейчас не выбьешь ничего от государства и не добьешься. Так что не знаю, это уже как бы отдельный разговор насчет коляски. Она очень дорого стоит, от 400 тысяч. Такая, которая управляется бородой. Электрическая мне еще как бы, ну, пока руки не работают, пока только начинают. Электрическую, говорят, пока еще рано. Руки не работают. И вот думай, блядь. Ну, руки, я думаю, скоро отойдут, чтобы все знали. Дай бог, да. Он когда руку вверх поднимаешь ему, она чувствуется, что сила есть у него. Чувствовать начали, да, руки потихоньку, так что процесс идет. Да, ваша помощь потихоньку идет. С вашей помощью,
конечно, с вашей помощью, блин, без вашей помощи не обойтись тут. Видюхи мы будем постоянно скидывать, чтобы как бы и наладить контакты с людьми, нам просто это необходимо. Если человек 50 рублей пришлет, понятное дело, сейчас нет, время такое, что нет ни у кого денег. Но поверьте, ну, ваше... плакать, жаловаться тоже как бы не могу, блин, Ну, дух казачий, молодец. Просто привык уже, конечно, что здоровый спортом занимался всю жизнь с детства. И тут такая ситуация, попал, надо как-то держаться, выздоравливать. Тем более есть шансы. Лечиться, есть шансы, да, врачи дают надежду, что со временем, просто время, занятия нужны, и как бы будет результат. Ну, главное, так что, уже есть результат. Да, так что мы не унываем и всегда на позитиве с улыбочкой. Молодец. Вот так решили свой открыть. Маленький канал YouTube, моя фамилия Рябухин Роман. Так что, кому интересно, подписывайтесь. Да, в YouTube обязательно подписывайтесь. Ваша помощь просто будет неоценима. Не стесняйтесь и имейте в виду, даже своим лайком вы уже человеку помогаете. Да, сделайте большой плюс. Ну все, время заканчивается. Ну все, счастливо, всем удачи.